10 ноября состоялась встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с представителем Ливерпульского университета Джона Морса. Доктор Дия Айджмейли представил университет Джона Морса. Стоит отметить, что одной из сильных сторон является вовлеченность учебного заведения в промышленный сектор, потому что в конце концов все студенты должны получить работу. Представители Казанского федерального ознакомились с возможными совместными проектами. Это визиты приглашенных профессоров и ученых, совместные научные проекты, публикации, программы, включающие обучение за рубежом, а также с их системой интеграции образования. Доктор Дия Айджумели заявила предложение отправить 5-6 студентов для ознакомления с КФУ. Мы могли бы отправить 5-6 студентов на 1-2 недели для того, чтобы они пообщались с вашими студентами. В отношении интеграции образования это очень хорошая перспектива. Встреча представителей Ливерпульского университета Джона Морса и представителей Казанского федерального университета ознаменовала новый виток в укреплении партнерских отношений между учебными заведениями. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.